Молока нет, хлеба не дают, чем кормить будь. Ничего, ну не плачь. Не плачь. Все будет. И хлеб будет, все будет. Посылает меня за хлебом в Царицын. На Волгу. Владимир Ильич посылает. Хлеб будет. Ну, не надо плакать. Ну, не надо плакать. Ну, какая хорошая. Ну, вот. Ну, не надо плакать. Не надо. Ну, прощай. Сейчас? Да, сейчас. Ты, верно, не ел ничего? Кто, я? Конечно, ничего не ел. Муленький. Здравствуй, Муленький. Да? Ух ты, малыш какой. А? Ну, что ты меня...
мне не говори, что ничего. Я с тобой разговариваю, как мужчина с мужчиной. Ух ты, какой гаскун, ты гаскун. Ах, я вообще Боленький. Язык ты усмотри. Ух ты, хороший. Хороший парень. На меня, на тебя похож. Да? Да. Наташка. Ну, поехал. Ну, поехал. Если вы держите под своим крышком этих саботажников, имейте в виду, что если идет компрометация советской власти, никакие заслуги прошлого, никакая седая борода не будут заниматься нами во внимание. Как вы говорите? К вам пришли. Ага, простите. Здравствуйте, Максим. Очень рад вас видеть. Одну секундочку. Я вам не помешаю? Нет, нет, нисколько. Абсолютно не помешайте. Вы напрасно думаете, товарищ Поляков, что присутствие Горького может помешать мне досадить вам до конца. Познакомьтесь, пожалуйста, товарищ Максим Горький, товарищ Поляков. Алексей Максимович, одну секундочку. Пора, батенька мой, привыкать к государственному тону. Владимир Ильич, я понимаю. Нет, неправда, вы этого не понимаете. А если и впредь не поймет, то пеняйте на себя. Я согласен, Владимир Ильич. А, вот это другой разговор. И гоните вы ко всем чертям всех этих саботажников. Ну, до свидания, товарищ Поляков. Рад, рад вас видеть, Алексей Максимович. Соскучился по вас. Как вы живете? Как живу? Живу в бесконечных и малополезных хлопотах. Что вы говорите? А я вот как раз слышал, что вы ведете огромную и очень нужную работу. Вы значительно преувеличиваете мои заслуги. Ну, это приятно. Ну, обменявшись любезностями, перейдем к делу. Кушать хотите? Покорно благодарю, обеду. Так вы в этом убеждены? Есть свидетели, обеду. Так, а почему у вас грустный вид? Есть ко мне дело? Разумеется. Ну, давайте. Вот даже принес вот эту бумагу. Давайте. Садитесь, Алексей Максимович. Так. Видите ли, Владимир Ильич, тут вопрос еды. Надо их кормить. А то помрут писатели, и ученые помрут. Хорошо, хорошо, Алексей Максимович, накормим. Так. Да, кстати, вчера академик Иван Петрович Павлов окончательно отказался переехать за границу. Хорошо. 16-й раз приглашали. Гениальный и приятно злой старик. Вот тут указаны нужды его лаборатории. Вот. Да, затем очень важно вот это. Бумага, типография и уже, простите, обувь. Сносилась. Много ходят. Очевидно, в поисках хлеба насущного. Так. Ладно. Наша наука вправе требовать в 1000 раз больше, чем здесь сказано. Но, к сожалению, мы не можем полностью удовлетворить даже этого списка.
Ладно. Ладно, ладно, сделаем все, что в наших силах. Хорошо, спасибо. Еще что, Алексей Максимович? Видите ли, Владимир Ильич, тут такой вопрос. Очень такое сказать. Арестован кто-нибудь? Да, да, вот именно. Ну, ну. Владимир Ильич, арестован профессор Баташов. А, это хороший человек. Что значит хороший? А какая у него политическая линия? Баташов прятал наших. А может быть, он вообще добренький. Раньше прятал наших, а теперь прячет наших врагов. Это человек науки и только... Не-не-не, Алексей Максимович, таких нет. Владимир Ильич, я человек недобрый и недоверчивый. Тем не менее, я готов поручиться за Баташов. Ну-ну, ну-ну-ну-ну. Ваше поручительство вещь немалая. Зайдите к Феликсу Эдмундовичу, поговорите с ним. У него необыкновенное чутье на правду. Ну так. Но вообще... Алексей Максимович, мне хотелось бы вам сказать вот что. Вы делаете огромное дело, а все эти бывшие только путаются у вас под ногами. Вот что я хотел вам сказать. Не знаю, я, может быть, старею, но мне стало тяжело смотреть на страдания людей. Пусть даже это люди не нужны. Алексей Максимович, дорогой мой Горький, необыкновенный большой человек, вы опутаны цепями жалости. Это в такой острый момент борьбы. Отбросьте эту жалость прочь! Она застилает слезами ваши глаза, и они просто начинают хуже видеть правду. Прочь эту жалость! Насилие необходимо, это я понимаю. Но где-то есть у нас суровость лишняя. Вот это не нужно. И вредно. Алексей Максимович, вот дерутся два человека. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Как определить, какой удар необходимый, а какой лишний? Не позвольте, если драка не на жизнь, а на смерть. Вы что, товарищ Буклев? Горгов пришел. А, зовите, зовите его сюда. Алексей Максимович, вы не уходите. Это старый питерский пролетарий. Серьезный и чудеснейший человек. Добрый вечер, Степан Иванович. Здравствуйте, Владимир Ильич. Пожалуйста, к нам сюда. Знакомьтесь. Товарищ Максим Горький, здравствуйте. Очень рад. А где мы с вами встречались? К сожалению, мы с вами нигде не встречались. Я вас так узнал. Вас ведь далеко видать. Да, да, садитесь. Садитесь, Степанович. Благодарю. Садитесь, садитесь, Степанович. Ну, расскажите нам что-нибудь интересное. Например, что нам делать с врагами? С врагами? Вот я вот, Владимир Ильич, я побывал в деревне. Но положение, Владимир Ильич, скажу я вам, кулачета остервенело. Ножи, топоры, винтовки, пулеметы даже. Все на нас двинули. Война! Вот какая история. Да, война, война. А с хлебом как? Хлеб, хлеб есть. Есть. Хлеб есть, точно, вот, по вашим словам. Хлеб есть, но у кого? У тех же, у мироедов. Ну, а как? У кулаков. Кулаков. Ну, нам, понятно, ничего не дают. Владимир Ильич, если дело так дальше пойдет, вы меня извините, не бывать советской власти. Да. Да, конечно. Они вам покажут кулаки-то. Вам? Кому вам? А вам, думаете, не покажут, Владимир Ильич? Да и мне тоже достанется на орехи. Ну, не без того. Так, Степан Иванович, что же нам делать с врагами? С врагами? Не знаю, как, Владимир Ильич, вы скажете. А я вот что думаю. Что если нам рабочий класс двинуть в деревню? Тысячами. Да с семьями. А там соберем бедноту, да вместе с нею на кулаков и нажмем. Вот какая история. А ведь уж если мы нажмем, так кулаку не устоять ведь. Да, если средняка к себе перетянет, не устоять. Вот это верно, это верно.
Тогда не устоять. Не устоять, не устоять. Будет и хлеб, будет и советская власть. И будет и советская власть. Я очень хорошо разглядел все, а? А ваша мысль о массовом походе рабочих в деревне, это знаменитая мысль. Давайте действуйте вместе. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Давайте нам оружие побольше. Да так, кулаков трахнем, чтобы, как говорится, душа из них вон. Вот какая история. Так, Степан Иванович, одну секундочку. Трахнем-то трахнем. Но ведь вот нам говорят, что мы наряду с необходимой суровостью часто проявляем излишнюю суровость. Ведь вот что нам говорят. Это серьезно, Владимир Ильич? Совершенно серьезно. Не может быть. Алексей Максимович, что это сегодня с Владимиром Ильичем? Да сотни лет рекой лилась рабочая кровь. Под нами земля горит. Нас душат со всех сторон. А мы должны пожалеть какой-нибудь, ну, условно, дрянь там какую-нибудь, чтобы все назад возвернулось. Излишняя жестокость. Я не знаю, ну что я вам буду, Владимир Ильич, объяснять это. Вот вы у товарища Горького спросите. Ведь товарищ Горький тоже это хорошо знает. Сейчас спросите его. Вот я теперь у него спрошу. Простите, я что-нибудь не так, что ли, сказал, Владимир? Вы абсолютно все правильно говорите. Но у меня тут был один разговор. Вчера. Да, Алексей Максимович, суровость наших дней, вынужденные условиями борьбы, такая суровость будет понята и оправдана. Все будет понято. Все. Извините. Да, Владимир Ильич, вас в прямом проводе. А. Ну, Степан Иванович, зайдите завтра удочком, мы с вами дотолкуем. Слушаю. Алексей Максимович, заходите. И не просите, Владимир, все равно зайду. Вы не сердитесь на меня, я ведь любя. Вы умеете так обругать человека, что он от вас уходит довольный. Да, значит, мало ругаю. Учтем. Товарищ Бабылев. Да? Что случилось? Симбирск взят белыми. В чем дело? За мной гнали. Пал Симбирск. О, это не ново. Господин посол, пал Симбирск.
будут убиты Ленин и Свердлов в Москве, затем Дзержинской, Урицкой в Петрограде. Все в один день. Смотрим. Константинов. Нужно купить возможность ворваться в Кремль. Каким образом? Через коменданта Кремля. Он откроет ворота. А кто войдет в эти ворота? Офицерские дружины. Давай дальше. Есть предложение считать вопрос ясным. Возражений нет? Принято. Второе. Есть предложение после окончания спектакля из зрительного зала не выходить, потому что все равно никого не выпустят. Будет проверка документов. Товарищ начальник, можете продолжать. Комендант Кремля взял деньги. Возьмет. А сколько вы ему даете? 5 миллионов. Недорого, господин посол. А как фамилия этого коменданта Кремля? Матвеев. Матвеев. Алексей Дмитриевич, говорит Матвеев. Пришел, сейчас я им займусь. Слушаюсь, будьте спокойны. Входите, товарищ, входите. Здравия желаю. Прошу вас. Суп хлебать не будете, конечно. Ой, начало мне не нравится. Прямо не знаю, что делать, что делать. А что, собственно, вас смущает? Да как вам сказать? Должность мне хорошая. Отчет, уважение. Положение на фронтах, знаете?
Да вроде как знаю. Но? Ну? Значит, должны понимать, что ваши почеты и уважение ненадолго. Это как сказать. Знаете, господин комендант, мы можем обойтись и без вас. Только вы смотрите, не прогадайте. Так я потому и волнуюсь, чтобы не прогадать. Большевики сидят крепко. А ваша власть, будем прямо говорить, черт ее знает. Опять же, не знаю, какие партии у вас, кто в них. А может, вам державы какие помогают? Интересуетесь? А как же? Возьмете деньги, дадите расписку. Так. Начнете с нами работать, вот тогда можете интересоваться. Понятно? Да, это резонно. Ну? А навар какой за это будет? Что? Денег сколько? Ассигновано 2 миллиона. О, нет, за 2 миллиона не буду. Что такое? Ничего не буду. Нет, ну что? Не позови. Нет, это же не серьезный разговор. Нет, ты не делай. Господин комендант, мы не на базаре. Вот что, гражданин Константинов, вы меня не видели, я вас не слышал, и давайте очистим помещение. Давайте. Стоп. Ваша сумма. Моя? 2,5. Пишите расписку. Пишите на миллион. А 1,5 тогда? По выполнении операции. Считайте деньги. И наживаетесь вы на мне. Один комендант. Только тихо. Товарищ, что это такое? Бегает по коридорам, заходит в кабинеты и за братья. Ты откуда? Однажды, девочка. Чья это девочка? Приблудная, Владимир. Ты чья девочка? Тебя как звать? Наташа меня звать. Наташа. Наташа, хочешь ко мне в гости? Хочешь. Ну вот пойдем. Идем. Мы вместе с тобой работать будем. Хочу. Ну вот. Ты будешь рисовать, а я буду писать. Ладно? Вот отлично. Ну вот. А что ты будешь рисовать? Владик Бублев.
Приготовьте мне прямой провод. 10 часов Северный фронт. 10:30 Саид. Хорошо. И сегодня же в любом часу с фронта. Достаньте мне в румянской библиотеке завтра на ночь вот эти книги и скажите, я утром 10 часов их верну. Хорошо, Владимир Ильич. И изобретите способ покормить девочку. Ну-ка, что у нас тут получилось? Дом. Дом. На небе лягушки ползают, видишь? Какие лягушки? Птички. Ах, птички. Так, деточка, птички не так рисуются. Вот как. Вот, птички. Наташа, что ж тебе мама платье не зашьет? У меня мамы нету. А где она? Она умерла с голоду. А у тебя дома кто-нибудь еще есть? Никого. Седьмой. Феликс Сигмундович, у вас там арестованы крупные спекулянты хлебом. Необходимо их немедленно предать суду и широко оповестить об этом населению. Объявить, что и впредь будем преследовать каждого спекулянта как заклятого врага, как организатора голода. Вот, пожалуйста. И еще по слову. Необходимо бросить все силы на спасение детей. Как вы думаете, Феликс Эдмундович, если бы ВЧК взяла бы на себя заботу о беспризорных детях? Так. Хорошо. Очень хорошо. Словом, я вижу, что вы неравнодушны к этому народу. И очень рад. Значит, отныне ВЧК берет ребят по своей стороне. Так, завтра мы этот вопрос с вами подробно обсудим. Хорошо, Владимир Ильич. Хорошо. До утра, спокойной ночи. Оставьте нас и никого не пускайте, пока я не позвоню. Что это у вас? Хорошо, я подпишу. Возьмете потом. Есть. 32-й. Простите минутку. Говорит Дзержинский. Вы что, в своем уме? Что вы мне прислали? Какие у вас основания? И это все. И на этом основании вы предлагаете расстрел. Феликс Эдмундович, ну какие же тут еще надо основания? Расстрелять его и крышка. Я печенкой чувствую. Печенкой? Пойдите к Власову и скажите, что я вас арестовал на 3 суток. В другой раз будете думать не печенкой, а головой. До свидания. Ну, рассказывайте. Договорились? Продался, Феликс Эдмундович, за 2,5. Миллион задатков. Щедро. Продолжайте.
На этот раз держался определенно. Назвался? Константиновым. Так. Я должен нейтрализовать охрану, открыть ворота Кремля и впустить какие-то части. Не больше, не меньше? Не больше, не меньше. Как вы с ним условились? 30-го в 5 часов вечера я должен явиться по адресу Малые Бронные, 2, квартира 8, во дворе второй этаж. Пароль? Кострома, отзыв Ярославль. 30-го в 5 часов вечера явится туда. Слушай, дом будет окружен. Помните, товарищ Матвеев, о заговоре мы с вами знаем еще не все. Он может быть гораздо шире, чем мы с вами думаем. И глубже. Смотрите, не спугните их преждевременно. Понимаю. Все. Держитесь просто и правдоподобно. Я, Феликс Эдмундович, изображаю такого бахлачка. Такого жадного. Не чересчур? Нет, самый мер. Ну, хорошо. До свидания. До свидания. Николай Дмитриевич, попросите ко мне начальников отделов. Всех. Советская власть, кончаю войну, мужик, штык в землю. Верно? Ну? Потом сказала советская власть, забирай барскую землю. Мужик забрал. Верно? Ну-ну. А потом собрал мужик с барской земли хлеб. И что же получилось? Пришли рабочие отряды, и хлебушка-то это тю-тю. А? Вот оно и выходит, что рабочие-то, правда, отдельно, а мужицкая отдельно, товарищ Ленин. А у вас сколько отобрали хлеба? Ай, я не про себя. Нет, у вас лично сколько было хлеба? А так, вот сколько было, столько и сплыло. Не обо мне речь. Так, значит, вы не от себя пришли. Вас послал кто-нибудь? Да, как сказать, мандатов не имею. А кой-какой народишко за мной стоит. А кой-какой народишко за вами стоит. Стоит. Так, понятно. Но вы сказали не все, что думали, верно? Евдокия Ивановна, можно вас попросить выйти на минуту? У меня молоко на плите, Владимир. Ничего, я посижу. Так что вы хотели мне сказать? Я вас слушаю. Вот видите, ищите правду, а до конца не говорите. Как же мы будем с вами разбираться?
Хлебушка кушаете. А кто его сеял? Мужик. Кто его потом кровью полил? Мужик. Кто его жал? Кто молотил? Кто на горбу таскал? Обратно мужик. Мужика нет. И, между прочим, вы это отлично знаете. А есть бедняк, есть средняк и есть кулак. Верно? Нет, неверно. Есть мужик справный, хозяин. А есть лодырь. Лодырь — это бедняк. Так это по-вашему бедняк, а по-нашему лодырь. По-вашему хозяин, а по-нашему кулак. Мироед, который эксплуатирует деревню, старается подорвать советскую власть. Власть рабочих и беднейших крестьян. И это у вас, у кулаков, не выйдет. Ну вот что, гражданин Ленин. Россия — страна мужицкая. Мы без города проживем. Нам, если ситцу не дадите, мы в холстину оденемся. Если сапогов не дадите, в лаптях проходим. Да. Но вот если мужик хлеба не посеет... Измором, значит, возьмете? А вы как думали? Возьмем. Да, да. Отчаянную картину вы нарисовали. Нехорошую картинку нарисовали. Значит, выходит, вы пришли как бы объявить нам войну. Ну, вы человек ученый, вам видней. Ну, вот что. Запомните и передайте тем, кто вас послал, хотя бы и без мандата. Советская власть — штука прочная. Ее создали рабочие крестьяне не на год, а окончательно. И назад пути не будет никому. Пока вы, кулаки, еще существуете, хлеб вы будете отдавать. Не отдадите — возьмем силой. Да-да-да-да. А пойдете войной — уничтожим. Вот вам и вся правда. Настоящая рабочая крестьянская правда. Запомните, пожалуйста. Запомним. Ваше превосходительство. Ну вот как хорошо договорились. Давайте, Бугулёв, проводите гостя. Прощенница просим. Да уж, это как водится. Проходи. Слыхали, Яков Михайлович? Вот этот кулак. Да, во всей своей неприглядности. Как он сюда попал, Владимир Ильич? Пришел поговорить по душам, прощупать, не пойдет ли советская власть на уступки. Это знаменательное явление. Да, и заметьте, все лозунги эсеровские. А как же, обязательно эсеровские. Бедняк, лодер, расист, она мужицкой деревне без города проживет. Прямо чернов какой-то приодетый. Яков Михайлович, вы в молоке что-нибудь понимаете? В молоке? Да. В молоке, да. Скоро оно закипит? Нет еще. Ну как нет, а пузырьки? Пузырьки — это не важно. Ну каждый, а что вы мне говорите? Не беспокойтесь, Владимир Ильич, тут я могу уже консультировать. А, ну-ну, ну, на вашу ответственность. Вот говорят, что мы суровы. Абсурд! Ни в какой мере мы не суровы, мы слишком мягкие. И напрасно деликатничаем с эсерами. Вот-вот-вот, эти господа скоро нас стрелять начнут, а наша власть иногда больше похожа на молоко, чем на железо. Я пикал с молоком! Вот вам и пузырьки. Евдокия Ивановна, молоко вскипело. Яков Михайлович, пожалуйста. Вань. Слушаю. Нет, нет, нет. Мы уже говорили, что декрет об отмене частной собственности на недвижимость должен быть опубликован завтра же. Да. Вот именно потому, что политическое положение напряженное, и вся контрреволюционная сволочь беснуется, именно поэтому декрет должен быть опубликован завтра же. Нет, нет, нет. Политиканствовать и вилять в таких вопросах мы не будем. До свидания. Входите, входите, товарищ Василий. Здравствуйте, голубчик. Здравствуйте, Владимир Ильич. Здравствуйте, дорогой мой. Ну, идемте. Идемте, идемте. Вот.
садитесь вот сюда, поудобнее. Ну-ка, ну-ка, дайте, я на вас посмотрю. Нет уж, дайте мне на вас посмотреть, Владимир Ильич. А, похудели. Что, крепко досталось? Сейчас, сейчас, сейчас. Ешьте. Ешьте обязательно все немедленно. Владимир Ильич, я совершенно сыт. Я сыт. Да? Да. Ну-ка, поглядите на меня. А! Ну, ладно. А хлеб довези. Да. Два эшелона, 90 вагонов. Вот, хорошо, давайте. Ну, расскажите теперь мне все по порядку, со всеми подробностями. Хорошо. Ну, в Царицын я попал как раз, когда Ворошилов прорвал казачье кольцо и вышел прямо к Дону. Сформировали отряд. Дали мне наши 80 тысяч пудов хлеба и отправили. Велели вам передать письмо. Ну, вот и все. Все. Ну, позвольте, ведь у вас же там было целое сражение. Вас обстреляли кулаки в дороге. Не без этого, Владимир. Коротко, но ясно. А вы похудели, товарищ Василий. Товарищ Василий, вы очень нужны Дзержинскому. Найдите время поедаться с ним сегодня же. А как у вас дома? Ребятенок как поживает? Товарищ Василий. Товарищ Василий. Товарищ Василий, что с вами? Скорее врача, сию же минуту врача. Слушаю. Позвоните через 15 минут. Ничего страшного, Владимир Ильич. Обычный голодный обморок. Голодный? Я так и знал. Что надо делать? Ничего, он сейчас придет в себя. Можно дать ему есть. Да-да, и хорошо бы горячего чаю. Товарищ Бабулев, организуйте, пожалуйста, и горячего чаю непременно с сахаром. Хорошо. Этот человек, доктор, только что привез нам 80 тысяч пудов хлеба. А вот. Вот так вот. Выпейте. Товарищ Василий, выпейте. Выпейте чай. Вот. И скушайте хлеба. Скушайте хлеба. Да, нет, вы съешьте, нам все известно. Нам все известно. Андрей Федорович, можно вас на минуту? Да, да.
Васильевич. Здравствуйте, Борис Эдмундович. Здравствуйте. Очень кстати приехали. Вы что, больны? Здоров. Устали с дороги? Нет. Немного устал. Вот что. Вам предстоит сегодня в 5 часов очень ответственная работа. Немедленно свяжитесь с Макаровым, он вам даст подробные инструкции. Слушаюсь. Все. До 5 у вас еще будет время отдохнуть. Здравствуйте, Фельдс Эдмундович. Владимир Ильич, я еду в Петроград. Так, что случилось? Убит Урицкий. Уничтожен. Знаем. Знаем? А что ж вам помешало? Петров, дайте объяснение. Вы были на митинге? Ну, был. Почему же вы не стреляли? Тебя спрашивают, Петров. Не мог. Почему? Не мог. Вышел он на трибуну, стал говорить про рабочих. Каждое слово понятно. Взять, к примеру, мою жизнь. Все правда. Не мог я стрелять. Голубчик, вам надо отдохнуть. Поезжайте-ка вы, миленькой, домой, успокойтесь. Ну, поезжайте. Он за рабочий. Я понимаю, понимаю. Всего хорошего. Всего хорошего. Это очень опасный человек. Калинской. Возьмите-ка его на себя. Сейчас. Только не здесь. Проводите куда-нибудь подальше. Сколько раз я вам говорил, что убийство Ленина нельзя доверять рабочим. Вы же рассчитывали на мировой эффект. Рассчитывал, рассчитывал. Мало ли на что я рассчитывал. А что Ленин выступает сегодня? Сегодня. Вы это точно установили? Совершенно. Я разговаривал с Мухановым. Он очень нервничает, торопится. Каблан здесь? Здесь. Пойдемте. Да. Фанни Каплан. Да. Решено. Когда? Сегодня. Фанни. Дай револьвер. Новиков, дайте револьвер. Зарядите вот эти. Что такое? Вероятно, Соколинский. Вы же сами распорядились. Тьфу, полупан. Я же ему говорил, чтобы не здесь. Осторожно. Они отравлены.
36-37. Гляди, Матвей. Только тихо. Помните, сигнал выстрел. Вы приезжие? Из Костромы. Ярославы, проходите. Вас ждем. Да знаю, так все, все дела и дела. То караул постоит, то одно, то другое, то пятый, то десятый. Так время проходит. Комендант Кремля. Здравия желаю. Граждане. Матвеев. Волковский. Мяс. Григорий. Мурдуков. Пардон? Мурдуков. Мерси. Филипп. Замкнуть кольцо. Выступление решено перенести на сегодня. Как раз раньше об этом не знали. Господа офицеры, особых сигналов не будет. Сбор частей в полной боевой готовности, 1:30 ночи. Прошу сверить часы. Сейчас 6:25. Задание известно всем? Всем, всем. Господин комендант, у вас все в порядке? Абсолютно. Ворот Кремля вы откроете в 2:00 ночи. Слушаюсь. Господа офицеры, вопросы есть? Есть. Предложение. Да? Кроме Спасских ворот, открытие Никольские. Не надо. Слушаюсь. Еще вопросы? А почему выступление именно сегодня? Момент удобный. Дзержинского нет. Он расследует убийство Урицкого в Петрограде. Да он же еще не доехал до Петрограда. Как только доедет, он вернется обратно. Потому что в ближайшие полчаса будет убит Ленин. Господин полковник. Слушаю. Вам, как начальнику штаба, надлежит немедленно. Ай, куда же ты его дел, Тайяй? Я сейчас, одну минуточку. Матвеев? Так точно, Матвеев. Старый знакомый? Да, встречались как когда-то. Да-да-да. Да. Вы куда? А я в портфеле забыл. План кремлевских караулов. Вот как? Да. Чекист. Держи его! Тихо! Не стрелять! Душите его! Душите! Душите его! Ч
Тихо, господа. Ради бога, тихо. Так кто ж так душит? За яблочко, за яблочко. Вот, вот, вот. Да не так. За яблоко. Вот, 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 вот. Ну. Говори, говори. Говори, я пойму. Вася, немедленно спасай Ильича. Беги скорее, Вася. Блин, принимай команду. Давай. Семцов, перенести осторожно в безопасное место. Передай Дзержинскому. Тихо, браток. Тихо. Товарищи, труднее удержать власть,
чем ее взять. Наша эволюция идет вперед, растет и развивается, но вместе с нею развивается и растет наша борьба. И вот поступила записка. Послушайте, что здесь сказано. Власть вы все равно не удержите. Шкуры ваши натянем на барабаны. Спокойно! Спокойно, товарищи! Я знаю, что это писала нерабочая рука. И вряд ли написавший эту записку осмелится выступить здесь. Пусть попробует! Да, я думаю, товарищ, что он и попробует. Товарищ, когда происходит революция, то есть умирает целый класс, дело происходит не так, как со смертью отдельного человека, когда умершего можно вынести вон. Если гибнет старое общество, труп этого буржуазного общества нельзя, к сожалению, заколотить в гроб и закопать в могилу. Этот труп разлагается в нашей среде. Он гниет и заражает нас самих. Этот труп смердит. Убийством товарища Урицкого контрреволюция объявила нам белый террор. Товарищи! Спокойно, товарищи! Предатели, осужденные волею народа, будут беспощадно уничтожены. Как только кончат, сейчас же на два. А я постараюсь поддержать народ. И пусть бешенствует буржуазия, пусть хнычут длинные душонки, наш ответ, товарищи рабочие, будет таков. Тройная бдительность, осторожность и выдержка. Все должны быть на своем посту. Помните, товарищи рабочие, у нас только один выход – победа! Ибо другой выход – смерть не к лицу рабочему классу.
Владимировна. Назад было совершено злодейское покушение на жизнь товарища Ленина. На покушение, направленное против его вождей, рабочий класс ответит еще большим сплочением своих сил. Ответит беспощадным массовым террором против всех врагов революции. Тесней ряды. Председатель ЦИК Свердлов. 10:45. Здравствуйте. Морфий. Впрыснут. Пульс. Вот входные. Фрактура. Больно. Руку? Крепче. Ничего, 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 ничего. Ничего. Больно. Вот. Первая. А вторая? Шире. Быстрее. Придется приподнять. Осторожненько. Выше. Ничего, ничего, ничего. Так, 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 так. Мягче. Сейчас, 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 сейчас. Больно.
Вот и вторая. Опусти. Тихонечко. Картон для повязочки, шинку. Ну, Владимир Ильич, все в порядке. Пули под кожу, пустяки. Вытащим. Главное не волноваться. Кислород. Да? Непременно. Доктор, это конец. То, что вы, Владимир Ильич. Андрей Федорович, мы с вами коммунисты и должны говорить ясно и просто. Если это конец, я должен сделать распоряжение. Владимир Ильич, вы будете жить. Ну, смотрите же. Садись. Фамилия? Новиков. Имя, отчество? Иван Григорьевич. Рауф-эсеров. Признает себя виновным в организации контрреволюционного... Признаю. Из Костромы? Ярослав. Харитонова знаете? Угу. Ну, как он там? Арестован в Царицыне. Харитонов арестован? Тихо ты! Что же делать? Выпей воды. Что делать? Харитонов арестован. Да перестань ты! Где Рудковский? Здесь. Что? Арестован. Да-да, Иван Григорьевич. В какой он камере сидит? 16-й. Один? Один. Посадишь меня к нему, понял? Ладно. Да не ладно. А немедленно сейчас же посадишь, пока Дзержинский не приехал. Ну, давай вызывай конвоира. Стой. Отправьте арестованного. Арестованный, идите. Приехали, Феликс Эдмундович? Да, приехал. Садитесь. Вы были на Малой Бронной? Так точно, был. Где Константин? Бежал. Бежал? Скрылся, Феликс Эдмундович. Такая горячка была. А остальные? Остальных пришлось пустить в расход, Феликс Эдмундович. Оказали отчаянное сопротивление. Скажите, Матвеев умер у вас на руках? Так точно, товарищ Дзержинский, у меня на руках. Тяжелая утрата. Да, тяжелая. Успел он вам что-нибудь сказать перед смертью? Успел. Что? Что
Что именно? Да здравствует мировая революция. И только? Глаза. Глаза мне глядите. Провокатор! Оружие на стол. Конечно, предатель. Как я этого раньше не замечал. Мерзавец! Не виноват! Собрали самые сердце революции! Честное слово чекист! Не смейте называть себя чекистом! Что сказал Матвеев? Не помню, Феликс Эдмундович. Вспомните. Вам придется вспомнить. Наделали. Но он мог вас убить, Феликс Эдмундович. Вы понимаете, что вы наделали? Пока все тоже. Коленька, пройдите к больному. Только ждать. Простите, профессор. Какое состояние Владимира Ильича? Сделали все возможное. Но надо смотреть правде в глаза. Неужели... Неужели ничего нельзя сделать? Будем надеяться на его могучий организм. Да. Не извините, профессор. Пожалуйста. Профессор. Василий. Простите, Надежда Константиновна. Привет. Понесут сводки. Много сводок. Положение тяжелое. Да. Тяжело. Не надо говорить на день ничего. Не надо оставить.
сюда, Алексей Дмитриевич. Извольте беречь себя. Отойдите от крыльца. Они стрелять будут. Это нужно отправить немедленно. Хорошо. По этому вопросу докладывали Владимиру Ильичу? Нет, не успел доложить. Тогда отложим. До выздоровления. По этому делу докладывал. В указании? Нет. Как раз сегодня должен был. Посмотрите, пожалуйста, в бумагах. Может быть, Владимир Ильич оставил какие-нибудь заметки. Это очень важное дело. Хорошо, Яков Михайлович. Ну, давайте дальше. Так вот. Кто? Кто? Приехал Горький. Кто там? Горький приехал? Лежи, лежи спокойно. Зовите его сюда. Алексей Максимович. Надя. Позови, пожалуйста, Горького. Это он. Алексей Максимович. Войдите. Здравствуйте, Алексей Максимович, только с условием. Хорошо, хорошо, понимаю. Ну где же Горько? Почему его нет? Здравствуйте, Надежда Константиновна. Вот, вот, я слышу его голос. Да попустите ко мне Горького. Здравствуйте, Владимир Ильич. Алексей Максимович. Владимир Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вам и решение нашего спора. Алексей Максимович. Нет, мы не были суровы. Вот мне и достался от интеллигенции пуля. Да, Алексей Максимович. К сожалению, меня пустили к вам с условием. Нам придется помолчать. Быть вместе с вами и вдруг молчать. Обидно. Ничего. Мы еще с вами наговоримся. Ну, хорошо. Алексей Максимович, посидите немножко. Я сейчас
вернусь. Сейчас вернусь. Вот. Хорошо. Круг. Круг. Успехом. Противник разбит на голову. Как? Отброшен за Дон. Положение Царицына прочное. Горячий привет товарищу Ленину. Наступление продолжается. Тише, товарищи, тише, тише. Официальный бюллетень о состоянии здоровья председателя Совета народных комиссаров
товарища Владимира Ильича Ульянова, Ленина. Температура 38,2. Пульс 120. Хорошего наполнения. Как? Хорошего наполнения. Мешай, не мешай. Наполнение хорошее. Ну да. Дыхание 24. Ночь спал сравнительно спокойно. Спокойно. Читай, читай дальше. Кашля не было. Не было, да. И чувствует себя бодрее. Бодрее. Глотание свободное и безболезненное! Слушаю. Да, он поправляется. Чувствует себя хорошо. Температура нормальная. Нет, нет, он не встает, лежит все время. Хорошо, передам. Большое спасибо. А кто это говорит? Ах, это вы, товарищ Поляков. Вот как раз вы-то мне, батенька, и нужны. Да-да-да-да-да. Владимир Ильич, представьте себе. Напрасно вы так буйно радуетесь. Я вам сейчас задам такую головомойку. Что значит согласны на любую? Я вас совершенно серьезно с вами говорю. Я вам объявляю строжайший выговор с Ага. Ну, я вам потом договорю. Это безобразие, Владимир Ильич. Да. Сию же минуту в постель. Я на вас буду жаловаться. Вот это нехорошо. Я ведь не сидел, доктор, это нехорошая черта. Я очень серьезно говорю. И я совершенно серьезно. Доктор, вы не представляете себе, до какой степени воздух с обнаркома для меня полезен. Сию же секунду в постель. А я не спорю. Ну, ложитесь. Доктор, разрешите мне посидеть в кресле? Недолго. Недолго, недолго. Я чуть подремлю. Вот, спасибо большое. Только ни в коем случае не читать. Это абсолютно исключено. Доктор, вы напрасно там ищете книги. У меня их все отобрали. А, ну, это случайно.
смей представить товарища Евдокия Ивановна. Хорош? Хорош. Пойду положу. Владимир Ильич один? Отдыхает. Отдыхает? Но мешать ему нельзя. Вот что. Передай, пожалуйста, только обязательно передай, что приходил, мол, Василий прощаться. Уезжает, мол, на фронт. На фронт? Да. Передай ему большущий привет. Поняла? Ну, до свидания, Владимир Ильич. Ну, Господь с тобой. Да, да надо ли тебя крестить-то? Ведь ты такой. Такой. Ну, берегите его.